хочу, чтобы в комнате моей было много картин. Я хочу, чтобы в комнате моей не было часов. Я хочу, чтобы в комнате моей были потолки все выше и выше, но не судьба. Ни комнаты, ни крыши. Озвучила, что без стука вышли в мою комнату, растаскали мои сочинения про того, кем себе замучена. Екатерина Викторовна. Дата вступления в коллектив – сентябрь 2010 года и по сей день. В коллективе характеризуется как просто упоротый чувак, просто царь, бешеная, сумасшедшая, чокнутая и неисправимая. Характеристика от босса – быстро думает, всегда наготове отмазки, человек, умеющий запутаться в своих ногах так, чтобы станцевать, как ни в чем не бывало. Любит пить борщ в стаканах. Уникум. Степень значимости в коллективе высокая. Настоящий сертификат выдан Левкович Екатерине в том, что она с 1 сентября 2010 года по 14 мая 2016 года прошла обучение по программе «Постигая искусство танца» в школе танцев «Драйв». Ура, товарищи!